Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер 51 Рус. Версия игры у нас все та же. Пираточку, старую новую версию игры сможете скачать в разделе по ссылке в моей группе. Ссылка на группу будет под видео, ребята. Значит, и много-много различных программ, которые нужны для игры. И ковыряние с Pintires, плюс есть партнерская программа от VSP Group. Короче, все найдете, ребята, в разделе ссылки в группе. Вот. Значит, сегодня будем обзорить мод. Наконец-то вышла у нас газелька. Правда, с небольшими недочетами она вышла. Доктор Дизель ее выложил. Я не успел допилить обновление. Там чуть-чуть скинуть, ему было занято слегка. Вот она вышла. И всю ночь я проковырялся в итоге. Исправил. Много там чего было. Сделать синхронизацию. Значит, поедем. Сегодня будем обзорить ГАЗ-33027, по-моему, газель бизнес. Давайте загрузимся на полигончике. Все, мы теперь, ребята, на полигоне. Сразу сделаем солнечный день. И давайте поставим уже наконец-таки все-таки нашу долгожданную газель. ГАЗ-33027, газель бизнес. Вот она сейчас будет. Автор мода Доктор Дизель. Сейчас она прогрузится, ребята. Вот она такая. Вся такая растакая. Вот. Значит, вот у нас, ребята, машинка. Текстурки просто обалденные, как обычно. Значит, колесики, давайте сразу по колесикам. Там было, ну, на первой версии, значит, три пары колес, да, здесь четыре. Значит, вот она появляется на таких колесиках, всем видно, да. Значит, дальше шоссеечки идут такие, а вот они с колпаками, видно всем, да. Такие шоссейные колесики, там они были цвета другого, немножко я резину тут потемнее сделал, подправил, то есть как-то более адекватно она смотрится. Дальше внедорожные колеса, первые, значит, у нас вот такие идут, такие елочки, да, всем видно. И еще второй комплект внедорожных, вот такие колесики. Ну вот мне больше всего нравятся такие колесики. Давайте я поеду на таких колесах. Значит, исправил еще, ребята, камеру в салоне. То есть все, камера у нас зафиксирована. Как положено, теперь на месте стоит. Прописочку я, значит, поменял. Да. Плюс по. Значит. А, сделал, ребята, синхронизацию света. Давайте ее пополним, тут заглушим. Машины, значит, присутствует свой звук. Значит, убираем всю эту балду. Видите, как сейчас уже, видите, сделана синхронизация света. Видите, горят габариты уже автоматически. Включены они, да? При ночном свете, при ночи, значит, ребята, все будете видеть вот такой вариант. Ага. Сейчас надо будет еще, ребят, подправить вот тут. Вот это вот свечение надо будет убрать. Давайте прямо сейчас я сделаю все это, наверное, да? Так, свернуть. Lasus Trax. Газелька, где она есть-то? Газелька. Сейчас мы все это, ребята, моментально исправим. 3, 5. 8. Сохранить. Сейчас мы поглядим. Ага, что я сделал? Все, убралось это дело. Еще надо немножко. Сейчас, секунду, парни. 3, 8. Давайте сделаем четвертую здесь. 4, 0. Сохранить. Сейчас прям все
все прям на ходу делаем. Все, ребята, с капота эта шляпа убралась. Значит, вот в таком виде, ребята, будете видеть ее ночью, да? То есть днем габариты горят, ночью включается автоматически нижние противотуманки и ближний свет. Плюс подсветочка впереди, видите, идет. Это, ребята, вот так вы будете друг друга видеть в мультиплеере. То есть вот как и машины дефолтные стоят, видите, светятся. Также, если вы будете играть вместе на этой газельке, значит, у всех будет вот такой в ночное время свет. Также можно помигать дальним светом, ребята. Вот так это все будет выглядеть. Днем это будет выглядеть вот так. Значит, все, синхронизация, ребята, присутствует на всех аддонах, полностью на машине. Значит, присутствует анимация карданов, брызговичков, естественно. И давайте, подправил я, ребята. А, ну, значит, еще здесь у нас будет, ребята, тоже синхронизация на будке сделана. То есть, сейчас все смотрите, днем то тут солнышко светит. А, ну вот, видно, видите, верхние вот эти фонарики оранжевые, да, они также будут ночью все, ребят, светиться. И также будете друг друга в мультиплеере видеть уже с вот этими включенными фонарями, то есть на будке все это у вас будет присутствовать. То есть все, полный синхрон. Сзади на машине, ребята, свет синхронизирован. На земле свет, значит, будет. Также будет от прицепов свет. Также отсинхронизирован, видите, да? Все, фонарики горят. Свет у нас дальний мигает. С ПТС, да, внизу там противотуманные фары. ПТС, да? Все это есть. Камера есть, значит. Синхронизация полностью на всем. Значит, присутствует у нас будочка такая. Переписал немножко функционал аддонов. Значит, будка у нас везет два гаража и 500 очков. Так, кенгурятник, ребята, там было 500, я переделал на 150, более как бы адекватно. Вот, значит, обтекатель, не было ничего прописано, прописал 200 очков. Значит, что еще у нас тут есть? Ага, мухобойка где-то должна быть, она, вот она, мухобойка, 100 у нас будет очков нести. Муха отбивает, отбивает, значит, плюс есть, есть. Значит, получается, у нас будет с нее небольшой ремонтик. Также шноркель, 150 ремонта, ребята. Есть, да. Также, ребята, починил я мигалку. Мигалка теперь адекватно рабочая. Все, видите, мигает. Лучик бегает, все нормально, то есть. Виу, виу. Да, скорая на помощь, типа. Вот. То есть вот так это все, ребята, будет выглядеть. Днем и ночью, в мультиплеере и так далее. Значит, давайте скидываем мы. Скидываем кого? Букву мы скидываем. Давайте обтекатель скинем. Значит, чтобы поставить, значит, смотрите, убираем маячки, чтобы поставить нам цистерну. Значит, нам нужно поставить маячки. А так как мы везем опасный груз, тут у нас присутствует знак бензовоза, значит, для этого нам надо поставить бензовоз. То есть ставим маячки, потом ставим бензовоз, потом ставим табличку бензовоза. Также, ребята, присутствует прицеп бензовоза. Вот так это все у нас будет выглядеть. Включим свет. Сейчас залепим скрин обязательно. Да и берем батон. С локации надо выехать. Значит. Сейчас мы будем лепить, ребята, скрины. Так, скрины. Так, есть скрин такой у нас. Топливо, ну, продемонстрируем, доедем до заправки.
загрузимся, значит, все это мы сейчас все сделаем. Скидываем ряд мигалки, и все у нас убирается, короче. Вот так вот. Бабах. Также прицеп бензовоза у нас, ребята, тоже требует маячки, знак бензовоза. То есть так вы его не поставите. То есть ставим маячки. Прицеп бензовоза надо поставить нам еще. Так, знак бензовоза. Ага. Бензовоза. Так, сейчас сорян, ребята, сейчас еще моментально делаем небольшой знак бензовоза. Прицеп. Знак бензовоза. Сейчас нам надо сюда вписать прицеп еще. Сейчас прицеп. На ходу сейчас все будем лепить. Я думал, уже все сделал. Но видите, есть небольшие промашечки, да? Значит, сюда мы тоже его впишем. Чтобы у нас все цеплялось так, как надо, да? Заходим в главное меню. Продолжить. И теперь у нас все должно быть тип-топ. Значит, все, вот мы опять появились. Значит, открываем гараж. Так, чтобы нам поставить прицеп бензовоза, нам надо знак бензовоза. Не понял. Что-то тут косипор. Угу. Сейчас, подождите, соображу. Знак бензовоза, бензовозка или прицеп бензовоза. Угу. Так, а тут прицеп бензовоза. Надо поставить. На прицепе надо что-то там убрать. Так. Оригинадон, табличка, да? Это знак прицеп. Прицеп, прицеп. Ты где прицеп? Прицеп бензовоза. Что-то тут надо убрать, 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 убрать. Знак бензовоза. Убрать. Убрать. Убираем его. Сохраняем. Еще раз перегружаемся. Главное меню. Сейчас мы все, ребята, тут допилим. Извиняюсь, что так вот так вот. Ну что-то я думал, что все готово. Но видите, что-то с прицепом промахнулся слегка. Ничего страшного, я думаю, дольше немножко подзатянется. Да, сейчас мы быстро все это сделаем. Гараж. Ага, все. Значит, прицеп бензовоза у нас ставится. Ну-ка, если мы маячок убираем. Ага, надо поставить маячки. Потом ставим эту штуку. Потом ставим эту штуку. Все, ага, вот, все сделали. Все, теперь вот так вот у нас. Значок бензовоза, значит, ставится с прицепом, ставится с цистерной. Убираем мигалку. Все, вся горючка у нас улетает. Так, будка. Будка, значит, 500 ремонта и 2 очка гаража. Это мы смотрели. Так, это у нас кенгурятник, маячки, кузов. Да, по кузову. Давайте, ребята, пробежимся. Сейчас по-быстрому. Или даже давайте не сейчас пробежимся, а мы поедем. И там у нас будет пилорама. Мы там все это загрузим, разгрузим. Давайте сейчас мы поставим кузов. Кузов у нас возит 4 очка. Но, ребята, при установке тента он уже ни хрена не возит. То есть, но зато 500 ремонта дает. И 2 очка гаража у нас тент. То есть это у нас все. 2 очка гаража. Видите, проседает все. Вес есть. Загрузили мы как будто туда что-то. Так, прицеп борт. Ага. Шноркель, прицеп газель. Тоже 2 очка гаража. 4 очка гаража. Вот так вот, ребята, мы все сейчас притараканим. То есть вот, все, давайте поедем вот так. Камеру. Все, ребята, камера адекватна у нас. Звук обалденный. Текстурки в салоне, навигатор, антирадар. Все есть. Ватя сидит, бублик крутит, все как положено. Давайте, но я не люблю от первого лица ездить, поедем так. Вот в таком макаре, ребята, мы везем. Мы везем, везем, везем. Включаем свет. И везем мы, ребята, открываем гараж полностью. То есть 4 очка гаража мы тащим. Без проблем. Это... Все, погнали, погнали по воде. Полный тест-драйв у нас будет, значит. Все отличненько. То есть в таком макаре, ребята, мы открываем полностью гараж. В мультиплеере, ребята, ну не с кем было пока еще проверить данный мод. Я думаю, что сделаю обязательно прямую трансляцию. Стриманем.
если офигенно пойдет, как бы без проблем мод на мультиплеере, то ребята стриманем гаденьку по любасу. Идет, в принципе, все достойно. Проходимость, я думаю, будет обалденная. Немножко радиус на колесах убрал, немножко они провисали там над дорогой, чуть-чуточку подправил. Извиняюсь, конечно, перед доктором Дизелем не успел я подправить, вовремя ему скинуть, и газельку выложили изначально. Блин, стреляли пахну. Ну, с прицепом-то да, а тут. Ну, ребята, пищит, но лезет, как говорится. Мод вообще обалденный, я просто рад. Доктор Дизель молочага. Просто человек тоже устал с ней возиться. Долго-долго мучил ее. Ну ничего, сам факт, что данный мод, ребята, в игре, в общедоступном доступе, да, все могут его скачать. Все могут насладиться. То есть мод не приватный. Мод обалденный. Да, кстати, синхронизация на прицепе тоже она присутствует. Подтушил я немножко фонари. Вот так вот это все ночью, ребята. Так, это мы с дальним едем. Выключаем, включаем, все, видите. Все тип-топ. Вот, ребята, друг друга вот вы будете видеть в мультиплеере. Если мод в мультиплеере нормально идет, то есть все будете в мультиплеере видеть ее вот так вот. С такими фонарями, с таким светом. На прицепах, на самой машине. Плюс мигайте к дальним там, пип-пип. Вся фигня, короче. Вот так вот. Вот. Значит, данный мод, ребята, изначальную версию вы можете скачать на STMod и в группе Pinterest26 мод, по-моему. Вот. А доработку, ребята, я, наверное, тоже попробую загрузить в STMod уже как немножко исправленную версию машинки, версию 2, да. И я надеюсь, что ее туда загрузят, и вы можете качать ее на STMod. Ну и ссылочка будет, естественно, под видео на канале и у меня в группе. Вот. Все, далее, видите. Мигаем, все крутит. Поедем, конечно, по воде. Куда мы еще денемся? Машина полноприводная. 4x4. Мост впереди присутствует. Внедорожная резина присутствует. Спокойно, ребят, переезжаем вброд. Вообще без проблем, все отличненько. Синхронизация, еще раз повторюсь, будет видна все в мультиплеере, если мод в мультиплеере будет хорошо идти. То есть все, ребят, ну вот мы приехали, сейчас мы это все поскинем. Нам надо пила жабу. Нет, нам надо, так, гараж, давайте скидываем мы прицеп, скидываем мы тент. Вот, ребят, сразу покажу, тент мешает загрузке бревен. Лицо повалит, еще видите, при возможности, видите, необходимо чего сделать, удалить тент газель, или, короче, один хрен тент газель, короче, то есть загрузки, тент у нас дает 2 очка гаража и 500 ремонта, значит, скидываем, давайте, ребята, тент газель, и теперь мы спокойно, ребята, грузим доски, кузов газель, все, ребята, без вопросов. Тент мы уже не сможем поставить. Значит, видите, мешают у нас доски. Это я подправил. Опять же, ребята, по поводу загрузки-выгрузки скидываем. Все, ребята, скидывается. Теперича загружается. Можно попробовать, ребята, еще раз. Хоть 100 раз. Все, я исправил. Значит, все скидывается, ничего не мешает. Скидываем, загружаем. Так. Давайте, у нас еще, ребят, присутствует прицеп же, да, бортовой.
Также все на нем исправлено, все отлично скидывается, он у нас грузится. Давайте загрузим его. Также прицеп газель борт, также короткие бревна, также доски. Все это, ребята, мы скидываем, загружаем. Тут полено у нас как-то выпало, давайте мы его опять загрузим. Так, скидываем, загружаем, загружаем, скидываем груз. Да, идет батон. Загружаем, загружаем. Скидываем груз, ребята. Загружаем. Загружаем. Все отлично у нас грузится. Ну, если где-то автоматическая погрузка там. Оп, улетела полена. Загрузить, загрузить. Скинуть груз. Загрузить, загрузить. Все вообще без проблем, ребята, у нас грузится, загружается все. Всем уже понятно, да, что это все работает теперь. Так, скидываем прицеп, скидываем мы кузов. Скидываем мы кузов, так, да. Будка, будка. Можно ехать, ребята, вот в таком варианте, например, гараж открывать. То есть тоже так у нас будет 4 очка гаража. То есть все, пожалуйста, можно в таком Макаре ехать, открывать гараж. Так, скидываем мы обтекатель, прицеп, газель. Так, где-то у нас тут еще, ребята, присутствует. Так, так, так. Так. Лесовозка, значит, тоже у нас, ребята, подправил тут загруз. Ой, ребята, зацепился, сорян. Также у нас загружаются короткие бревна, ребята. Вот они, в таком Макаре. Прицепы уже в таком варианте не подцепляются. То есть, видите, все заблокированы. То есть, только вот так вот мы повезем с вами 4 очка бревен. Также все исправлено, ребята, тут. Зеленые это хреновины сделаны уже под размеры лесовозки. Это все скидывается, ребята, все грузится, скидывается, грузится. Да, можно смело убирать там лесовозку. Убираем, так, мухобойка стоит. Это у нас этот, прицепы, прицепы. Убрал я зиловские прицепы, ой, эти аддоны, ребята, действительно немножко корявенько смотрелось, поэтому, в принципе, тут она свои дрова возит, как бы, поэтому я думаю, что все, в принципе, есть. Горючку возит, ремонт возит. По 500 ремонта, в принципе, достаточно адекватно все. Маячки у нас. Ага. На маячках у нас позволяет возить груз маячки. Сейчас мы, ребята, залезем в маячки еще. Так, где они? Крас. Маячки. Угу. Вот эту строчку мы убираем просто отсюда. Я так понимаю, что уже все у нас. Делаем главное меню. Да, продолжить. И ставим мы сейчас маячки. Все, маячки у нас. Все, это тоже у нас коряху. Все, мы это выправили. Маячки у нас только 5200 ремонта. Отлично. Так, ну и что, давайте поставим. Значит, бензовозку мы не можем поставить без маячков. Прицеп бензовозку без маячков не можем поставить. Значит, ставим маячки, и все, и у нас все открывается. Это и это. Значит, ставим бензовозку. Ставим прицеп бензовоза. Так, ставим, ребята, ум-пурум. Знак бензовоза. Все у нас имеет очки свои, то есть 50 ремонта, там, цирюкуры. Так, я не знаю, можно поставить, в принципе, обтекатель, кому нужен дополнительный ремонт, то есть 200 очков. Кому-то шноркель, например, может, нужен 150 ремонта, и все, можно так, ребята, в таком Макаре гнать нам до заправки сейчас и посмотрим. Посмотрим, как оно заправляется. Думаю, немножко обзор у нас позатянулся, в говнище в это не полезем. Уверен, что даже с лебедкой мы все-таки промчимся тут без проблем. Все, ребята, вот у нас тут синхрон прям. Все, все прям шепчет. Включаем, выключаем, днем, ночью, все будете друг друга видеть, ребята, с фонарями. Все будет у нас работать. То есть все вроде там адекватно подправлено. Машинка, она в принципе и так была хорошим модом, то есть, да, но не успел я немножко доктору дизель подмочь, был занят, и поэтому
Человек тоже устал с ней возиться и выложил. Но ничего страшного. Сам факт, что автор молодец, офигенная, обалденная, просто супер газелька. Качество текстур, качество мода, все офигенно сделано. То есть, ну, небольшие недочеты были, ребята, все мы это исправим, как бы, все это у нас, видите, все это у нас сделано. Мод адекватно. Мультиплеер единственное надо проверить. Давайте 1000 топлива. Оп, просел. У нас сама цистерна, да? Поднялась. Просела. Также у нас по прицепу. Все, ребята, он просел. Поднялся даже. Давайте как на сюда его. На двойку, наверное, да, вот. Ага. Значит. Еще прицеп у нас тоже адекватно проседает. Ну, давайте поедем вот, наверное, в таком макердусе. Так. Заряженном, да? Камера у нас присутствует. Сигнал. Камера. Поехали. Повезли горючку парням там. На лесоповал куда-нибудь там, да? Все, обалденно. Даже приятно, ребята, ехать из салона, как бы, от первого лица, тут от пассажирского, да? Все в принципе нормально, все адекватно. Подвесочку немножко я жопу пожестче сделал, а то она пробивала прям там очень сильно. Ну, немножко подправил. То есть, ребята, все в принципе такое основное. Я думаю, что плюс синхронизация, плюс исправленный маячок, все это перекрытие аддонов, загрузка, все это исправлено. Я думаю, что осталось только проверить машинку в мультиплеере, но я надеюсь, что она там будет нормально отображаться и будет работать в мультиплеере. А так все офигенно. Доктор Дизель молодчага, мод просто на пятерку с плюсом из 5. Так вот, я, конечно, тоже сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит, тоже молодец, что как бы немножко тут постарался, доделал все, что мог. То есть все тут вроде, все тут у нас работает, сейчас светится, свет опять же, ближний и дальний, синхронизация, автоматическое включение выключение света, все отображается, все, ребята, работает. Грязь тут тоже, я думаю, не полезем, да, поедем, ребята, прям в объезд, потому что слишком долго тут я буду кочегарить на ней. Проехать-то я проеду с лебедочкой, да. Ну все, в принципе. Ему, как говорится, в свое время пишу я в очень большом качестве, поэтому еще этот конвертить долго и потом заливать на YouTube. Все это больших размеров, поэтому я думаю, что ничего страшного, если мы там в резине посидели. Все, ребят, скачайте мод. И без проблем, я думаю, потестите сами. Мод просто обалденный. Еще раз повторюсь, доктор Дизель, как всегда, Серега молодчага просто. Просто человек тоже действительно устал, работы много, модов много, голова закипает, я это прекрасно понимаю. Вот. Тут иной раз, вот видите, дорабатываешь, и тут вроде машина уже готова, тут по одной прописке там где-то что-то там. И все равно где-то что-то вылетает с головы. А если еще и в максе там колупаешь, все это дело. Видите? Перетащит. Давай уже, поехали, е-мое. Зря я как-то с прицепом потащил, надо было снять его. Главное, ребят, мастерство, смотрите, я даже с прицепом, а там вооруженные, да, с
сама машина груженная, прицеп груженный, это мы вот все это говно попереехали. Вообще, 5 баллов. 5 баллов. Вот. Поймали, блин, на последней кочке надо было притормозить слегонца. Что-то я не тормознул. Да. Все, ребята, тут работает, еще раз повторюсь. Качайте, не пожалейте. В мультиплеере действительно единственное, что не проверен мод. Ни разу не пробовал. Мод низкоскоростной, ребята. Сразу могу сказать. Давайте щелкнем скрины еще такие. Такой скрин. Сейчас бахнем с ближним светом, с дальним светом такой. Вот такой давайте, чтобы мигалка на другую сторону. А все. Все отличненько. Все best of the best. Также, ребята, сделал билбордик. Я Сереге скидывал билбордик, но что-то он не выложил в этом. Я уже делал как бы, пока это все там дорабатывалось, но что-то Серега не выложил. На данной версии, ребята, билборд будет присутствовать. Сейчас я вам его покажу. Вот топливо, этот затопляемость там не будем проверять в районе там лобового стекла где-то. Все, ну то есть все тут нормально, короче. Все, свет, ребята, видите. Все отлично. Вполне адекватный рабочий, ребята, ну, красивый, приятный, душу радует. Не так часто тут попадаются у нас такие хорошие качественные моды, поэтому еще раз повторюсь, доктор Дизель, как всегда, на высоте. Мод, ребята, общедоступен, можете его скачивать на STMod. Также в моей группе будет ссылочка под видео на канале. Подписывайтесь, ребята, в группу и на мой канал. Будут розыгрыши, ребята, у нас у меня в группе. То есть. Давайте тут как-то на заправке нам надо тут скриншотик бабахнуть. Какой-то такой надо сделать, да? Сейчас мы попробуем бахнуть. Давайте скинем эти все топливные штуки. Скидывать все быстро. Скидываем мигалку, и ничего нету. Так, поставим бушку, поставим крыло. Можно выпить шоссейную резину. И давайте погнали, прогоним тут. Ради интереса состояние глянем. Ну, в принципе, скорость для меня как бы не так вот сильно как бы важна. 28. В принципе, то же самое, что дефолт по большому счету, поэтому все тут мощно. Больше я так не вижу, может быть как бы чуть позже, когда уже мотор реально обкатается, и потом подкрутится скорость. Ну, в принципе, я считаю, что адекватная скорость, нормальный мод. Все, она, ребят, плохо едет, нормально она едет. Давайте сделаем, ребят, еще скриншот.
на этом будем, ребят, заканчивать обзор. Давайте бахнем такой. Вот, значит, с вами был, ребята, Драйвер51Рус. Подписывайтесь в группу, подписывайтесь на канал. Значит, в группе будет розыгрыш игры, естественно, лицензионной, Battlefield Company 2, стимовская лицензия. Значит, как только в группе наберется 2000 человек подписчиков, также после в группе будет еще розыгрыш, когда на канале будет, ребята, у меня 2000 подписчиков. Так что, ребят, подписывайтесь на канал, группу, ставьте лайки, качайте видео, я не знаю, делитесь видео, подписывайтесь туда и туда. Будем пилить, дорабатывать, обзорить, стримить. Все, ребята, это у нас будет. Вот. Блин, сейчас точно еще придется такой скриншотик бахнуть. Отлично, такой скриншотик получится. Ай, Вася-то уснул. Эй-эй-эй! Ты как так-то, ядрен батон? Что-то я упустил этот момент. Что ты там харю заплющил? Не спать, ё-моё. Ночь пришла, это не значит, что надо спать. Так что вот, ребята, такая вот газелька. Синхронизация света, все вроде подправлено. Я надеюсь, что все уже подправлено, по крайней мере, по сравнению с первой версией, да? Что сразу выложили, я думаю, в принципе. Просто не успел я немножечко до релиза, ребята, как ее выложить Сереге, отдать ее, доделать. Буквально на сутки я опоздал. Чуть-чуть, ну ничего страшного. Я думаю, что, в принципе, Серега будет рад, что все-таки все подправлено, мод уже как бы более реально сделан, допилен и будет бороздить просторы нашего налюбимейшего спинтайреса, да. Так что вот, ребята, такой обзор у меня на газельку. Качайте мод, мод обалденный. Чуть позже проверим его в мультиплеере, как он там идет. Всем советую. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу, ставьте лайки. Всем удачки, с вами был Драйвер51Рус. Всем пока.